Приветствую вас, и знаете, если кратко ответить на ваш вопрос, то я бы сказал, что маме нужно поработать собственно с психологом, вот, и значит, как-то разрешить вот свои внутренние конфликты, в частности, свои внутренние противоречия, связанные с негативным опытом прошлым, который был, который влияет. Вот. Поработать с самооценкой, в частности, то есть это такой очень важный на самом деле момент, поработать с самооценкой, чтобы чтобы ценностно к себе относиться, чтобы корректно к себе относиться, вот, чтобы максимально адекватно к себе относиться, да, не замечать себя, не обесценивать себя по напрасно, вот, и, соответственно, это уже немало, это подходит хорошим, хорошим примером для, значит, детей, о которых вы говорите, да, они увидят, как можно себя вести и, соответственно, будут вести себя иначе. Ну, не так, как ведут себя сейчас, вероятно. Вот, если вы, конечно, понимаете, что я имею в виду. Да, если вы понимаете, там, соответственно, о чем я говорю. Вот. А так, конечно, могут создать, и совсем не обязательно, чтобы там, ну, совершенно не обязательно, что если у вас что-то не складывалось, да, в жизни, то совершенно не обязательно, что не будет складываться у детей тоже. Это немножко это не так работает, немножко это по-другому работает, вот. Поэтому я хотел бы, чтобы вы, конечно, это учитывали бы, вот, учитывали бы и делали на это акцент. То есть это, повторюсь, работа непосредственно с самооценкой. Вот. Со страхом. Со страхом, может быть, обидеть кого-то. Со страхом остаться одной, например. Если такой страх присутствует у вас, например, да, вот, ну или, соответственно, если вы считаете, что в принципе, не можете и не должны кого-либо там обижать, обвинять и говорить нет, то это уже по большей части работа с установками. Вот. И установками, к сожалению, достаточно негативными. Вот. Ну, например, установка, что я должна быть удобной, что я должна
стыдно всех делать, что я должна, что, не знаю, стараться угодить людям, да, вот, и что, там, неважно, например, что я хочу, неважно, что мне нужно, главное, вот, чтобы люди, которые были, чтобы они были довольны. Вот, это немножко, ну вот, немножко так не работает, да, вот, это все-таки немножко работает, ну, по-другому, как мне думается, да, это работает немного иначе. Вот, это работает все-таки в сторону того, чтобы вы могли чувствовать себя, ну, максимально комфортно, чтобы вы могли чувствовать себя максимально удобно, чтобы вы могли чувствовать себя максимально хорошо. Вот. Понимаете, какая история? Если этого не происходит, то ничему хорошему вы своих детей, да, но научить не сможете, к сожалению. Вот. Поэтому такая вот история. Вот. Так что вам требуется работа над собой. Работа по исследованию себя, работа по корректированию определенных моментов. Вот, и все получится. Если боитесь, то ничего страшного, обращайтесь к специалисту, психологам, любому из тех, кого вы выберете, и мы вам поможем. Всего доброго и удачи!